Так, друзья, сегодня 22 марта, Алания, пятница. Рынок здесь сегодня недалеко, рядом с тем местом, собственно, где я вам показывал кафешка «Вкусная» с дёнерами. Она вот, она находится прямо. А здесь находится офис Анастасии, который, я думаю, вы все знаете. И прямо здесь рынок, собственно. И давайте пройдемся, сделаем обзорчик цен. Вчера я только тосмур показывали, позавчера. 4 цветная капуста, 2 апельсинки, 2 лимона. 3,50 апельсинки. Шесть розовые помидорки айва или нет, это груша, 4 лиры. Клубника 8. Перец, вот этот мелкий перец, они дешевеют, он всегда по 10, смотрите, вот этот перчик. Всегда по 10, а этот подорожал, капи мой любимый, по 13, был по 10. Сейчас 12-13, помидоры 6, кабачки 4, перчик он 8. Масло, смотрите, кого интересует. Масло я еще не показывал. Масло подсолнечное. Сизмазетти. Ну, я думаю, что подсолнечное. 20 турецких лир. Литр стоит. Яблоки по 3, по 2,50. Помидоры 6. Огурцы 3. Мои любимые такие вот. 6,50. Что-то дорого. Такие вот грейпфруты, да, 3,50. 8 кивики, 6 арбуз прошлогодний, 7 клубника, пахнет просто обалденно. Смотрите, кокосы появились, не знаю, откуда они взялись. Может, где-то растут в Алании, я не знаю, честно. Насчет кокосов ничего не могу сказать. Так, это в конец, сейчас пойдем в другую сторону. 4 кабачки, 4 баклажанчики, в принципе, мне несколько штучек надо. Мараба? Несколько штучек я сегодня буду. Я купил вчера кастрюлю, сегодня буду тушить баклажаны, куча овощей разных, поэтому полную кастрюлю уже можно делать. Я огурцы по 1 лире, смотрите, какие. Чуть-чуть я взял, мне достаточно будет. На 2 лиры я взял. Смотрите, 4 вот такие кабачки. Ты же кирдарин? И рак тянется здесь еще вот именно местных, таких простых, без всяких супер лоточков. Смотрите, апельсинки простые такие, уличные, наверное. 3,50 огурцы. 4 кабачки. Так. Цены, мне все надо с ценами. Ну, тут что-то у салат 2 лиры. Пучок дедули. Здесь у нас без цен. Апельсинки рук 50. Травка. По лире травка. У меня еще есть. Берем. Сейчас хотел себе кроссовки дешевые за, ну, там по 20, по 30 лир. У них такие простые, наверное, которые недолго носятся. Но спросил 47-й, есть? Говорит, пошел меня прямо аж чуть ли не за руку тащит. Я говорю, цену мне скажи. А он ни в какую. Тащит и тащит. Там взял калькулятор, говорит, цену напиши. Пишет 160. Я говорю, ну за 160. А, типа, какая тебе нужна цена? Я пишу 30. Он там аж вскипел весь. Я говорю, за 160 я и в Америке куплю их. Так, вот и шелик переля. Лук не вижу. Почем у нас лук тут сегодня? Картошка 4, лук 3,50. Вот смотрите, что творилось, какая-то ажиотаж на него был 2 дня. Сейчас уже цена опустилась. Либо отличается от места, где рынок проходит. Я даже не знаю. Но лук был по 6, по 5. Видите, сегодня уже по 3,50. Айва по 5. Мало гранат становится. Меньше апельсин. Капуста цветная по 5. Шикарная. Смотрите, пока цены, я с Альбертом поговорю. Привет! Я только на рынок приехал. А что, уже привезли все? Да ты что, блин, я хотел заснять, как они будут нести. Вот елки-палки. Что, уже поставили все, да? Блин. Вечно я везде не успеваю.
Ну да, снимаю, хожу. Ну ты там будешь или ты где будешь? На море не идешь пока? Сиди тогда, меня жди, а потом пойдем уже где-нибудь на море, да? Ну я буду минут через сколько, блин? Ну через 40 где-то. Ага, давай. 6 кабачки, 8 здесь бакты, 7 помидоры маленькие, 8 огурцы, 3,50. Не успеваю все заснять, и по квартире Альберт, вот по 5 виноград, это тоже с прошлого года. Помидоры 10, 8, 4 огурцы, 5 зеленые горошек, 5 шампиньоны. Не успеваю все, 8 клубника, не успеваю заснять у Альберта, нифига, блин, он сейчас без меня в основном ездит туда. А я занимаюсь видосами, у меня еще несколько каналов другой тематики. Как бы надо работать, поскольку времени вообще нету. 2,50 лимоны. Гранатов я еще не видел, да? Не видел еще гранат. Опять вот этот орех в природной упаковке. Так, я еще не знаю, что это за орех. Все мои любимые помидорчики. Ну, не дешево, скажу вам. Помидоры, можно сделать вывод, что, в принципе, они подорожали за последние 2 недели, поскольку я мог купить помидоры по 2,50. Сейчас какая-то фигня нездоровая. Вот лук по 5. Какая-то фигня нездоровая, помидоры 6,7. Я считаю, что это, конечно же, дорого. Конечно же, дорого для Турции. Очень дорого. То есть, ну, сами представьте, были по 3 помидоры, были по 4. Сейчас бах, и все, и помидор просто нет вообще. Даже по 4 нет. Чего-то странно это, конечно. Вроде никаких сейчас не было ни ураганов, ничего. Они растут, в принципе, в теплицах. И вообще уже весна, как бы, такая цена странная на помидоры. Вообще не понимаю, если честно. 8 перчик, 5 перчик. Да, такая вот фигня с помидорами. Почему-то. Груши, не вижу цену. 4,5, баклажаны, кабачки, 4,5. Вот кафешка, смотрите, вот, которую я вам показывал. Я как раз видео, наверное, буквально перед этим видео выставлю. Выставил уже, наверное, с этой кафешкой. Вот она, Эл Дёнер называется. И я вам там снимал даже 2 или 3 раза уже. Вкусные дёнеры, там можно взять лахмаджуна за 5, это вегетарианский типа дёнер, и за 7 и выше любые всякие дёнеры с разным количеством мяса, вкусные. Кукуруза здесь, штука что ли, 4 лиры или что-то написано. Что интересно, кукуруза у них не сладкая, то есть вот у нас в Украине, допустим, много лет уже никто не ест эту кормовую обычную кукурузу, у нас только сладкая, бананы 6,8, а у них кукуруза обычная, у нас ее никто бы уже не покупал. Смотрите, какие интересные лепешки, я не знаю, как они называются, кто знает, напишите, для чего они используются. Клубника 10, красивая, 8, очень шикарная, смотрите, какого размера, вообще просто фантастика. Газибаша 8 кило. Ой, рынок, друзья, тянется и тянется. Он длинный. Здесь вообще много-много рядов. И буквой П, и по, в общем, по всем. Здесь что-то очередь. Прям лук дешевый, да, лук по 4. Сиреневенький такой. Смотрите, очередь за ним стоит. Да, я только сегодня что-то до меня дошло, что помидоры, то реально цена изменилась. По 2,50 просто были помидоры, реально. Сейчас по 5 мята и получается. То есть, ну, что-то не то. Странно, конечно. Клубники прям захотелось. Хожу, смотрю на нее. Две турецких лиры авокадо, но они такие немножко порченые. Морковка по 3, по 4 сюда была. Здесь шпинат, 4 лиры кило, шпинат килограммами берут, но, видимо, готовят, жарят, тушат что-то с ним. Друзья, рынок просто огромнейший на самом деле. Помидоры 5-6, перчик 8. Тянется и туда, и сюда, короче, во все стороны. Я даже не знаю, куда идти, что вам поснимать. Очень длинный рынок. Именно здесь, именно сегодня. Берем, берем, берем. 4 яблоки, 5 айва,
Тут прямо арбузы. Арбузовый рай. Смотрите, сколько их тут. Я уже знаю, как называется эта штука. Это называется артишок. Я еще не дошел до него, но обязательно еще будем его готовить. Вот такие вот артишоки. Артишоки, артишоки. 4 бананы. Помидорчики 4. Вот, кстати, самые дешевые, наверное, на сегодня. 4, 4,50, 6, 3,50 огурцы. 5 лир авокадо. Вспоминаю, как я авокадо по лире покупал. Аж не верится, конечно, уже. По 1 лире огурцы, смотрите, вот. В принципе, я думаю, что показал я вам уже достаточно. Сегодня можно уже и закругляться, собственно. Клубничка. 8 тоже шикарная, красивая. Сейчас возьму несколько штучек, поем грамм 200 хотя бы. Помою прям сразу и съем. Так, что у нас тут наснималось? Сейчас мы посмотрим. Все, друзья, можно, в принципе, выключаться. На этом я с вами прощаюсь. Пишите ваши комментарии. Вот по 4 клубника перед вами миленько. Пишите, ставьте лайки, дизлайки. Всем большое спасибо. Увидимся на следующем рынке. Я хочу заснять в субботу. Рынок будет на этом Махмутларе в центре. И, по-моему, он в субботу еще на 5-м Мигросе. Короче, куда я завтра доеду, не знаю. Посмотрим, но обязательно еще на этой неделе, я думаю, рынок хотя бы один будет. Все, всем спасибо, увидимся, пока.